В центре города Талдыкурган произошел пожар по улице Биржансал, который охватил грузовой автомобиль и уличные торговые палатки на площади 45 квадратных метров. Очаг возгорания оказался рядом с торговым домом «Альдибек». В результате высокие температуры повреждены окна и фасад торгового объекта на площади 70 квадратных метров. Однако огонь не проник внутрь, пожар был потушен. Причиной возгорания послужило короткое замыкание в распределительной коробке во втором бутике. Для ликвидации огня были задействованы 16 сотрудников Департамента чрезвычайных ситуаций области Жетсу и 5 единиц техники. Согласно плану взаимодействия, были привлечены городские специальные службы 102, 103 и 104. По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание грузовой автомашины Mercedes-Benz на площади 10 квадратных метров и 9 уличных торговых бутиков на площади 45 квадратных метров. Из-за высокой температуры было повреждено окна и фасадная часть торгового дома «Альдибек» на площади 70 квадратных метров. По данному факту пожара жертв и пострадавших нет.